И мы сейчас увидим, как же наши участники с этим справились. Мы начнем утреннее отделение с парада всех участников. Я надеюсь, что вы встретите аплодисментами наших юных участников. Пожалуйста, все они сейчас будут перед вами, дорогие друзья. Возможно, для кого-то сегодня первый выход на паркет для зрителей. Они, безусловно, волнуются, но мы им своими аплодисментами поможем скрыть это волнение, показать все, чему они научились за это время. Волнуются, безусловно, наши преподаватели, волнуются родители, бабушки, дедушки. И еще раз аплодисменты всем участникам, дорогие друзья, чтобы они улыбались, не волновались сегодня. Во время выступлений судейская коллегия будет оценивать выступления наших участников и будет выставлять 1, 2 или 3. Но это не оценки в школе. 1 – это первое место. Это значит, что участник или участница справились со своей задачей очень хорошо. Все было в музыку, с точными движениями, с красивыми линиями. Это будет первое место. Но первое место у нас может получить каждый участник, как в школе, да, во время экзамена или какой-то контрольной работы. Если все выполнили задачу на отлично, все получают первое место. Что-то не получилось — второе место. Ну, если совсем растерялись, я надеюсь, что этого не будет сегодня, тогда уже участники получают третье место. Нужно будет поработать, чтобы в следующий раз обязательно быть на высоте. Но помимо выступлений по такой системе, у нас еще будут кубки, юниорские кубки, когда действительно нужно будет посоревноваться друг с другом. Будут выходить участники на паркет, и уже здесь будут судьи сравнивать наших участников, выбирать из них лучших. Ну а кто станет лучшим, мы узнаем во время церемонии награждения. Ну, мне кажется, я уже достаточно рассказала, не буду отнимать у вас внимание. Вам хочется увидеть, безусловно, выступление участников, но прежде чем наши участники и учителя покинут паркет, я приглашу на площадку судейскую коллегию. Это те люди, которые будут оценивать выступления участников. Встречайте, пожалуйста, судейскую коллегию. Компании «Гала Дэнс». Ваша президента Карина Калиничева, двукратная чемпионка России по латиноамериканской программе, вице-чемпионка России по вести-танцам, первая финалистка чемпионата Европы среди российских танцоров. Карина Калиничева. Я с удовольствием представляю вам второго арбитра. Это Евгений Арапочкин. Топ-дичи «Гала Дэнс». Достык Алмата, вице-чемпион Латвии по латиноамериканской программе Евгений Арапочкин. Представляю вам третьего арбитра Иван Багаев, чемпион Санкт-Петербурга по вести-танцам. Полуфиналист чемпионата России по вести-танцам Иван Багаев. Ваши аплодисменты. И еще немного о наших спонсорах, о наших партнерах. Подарки всем участникам сегодня предоставляет компания Clever Media. Это детское издательство, и все участники получат подарки от компании Clever Media. Также эта компания предоставляет
подарки победителям Junior Camp. И еще одна компания, которая также представляет подарки всем участникам, это сеть магазинов и интернет-магазин «Детские штучки». Я думаю, что участникам приятно получить подарки, тем более, что они очень интересные и поднимут настроение еще до начала соревнований. Ну что ж, подарки.